До турнира несколько минут. Перед началом соревнований участники перетягивают струны ракеток. В этом деле учитываются манера игры спортсмена и вид валанчика – перьевой или пластиковый. Старт состязанию дан. Все участники максимально сосредоточены на игре, а настроены только на победу. На поле как любители, так и профессионалы. Среди участников есть и мастера спорта. Турнир по бадминтону в этом году в городском округе Химки объединил более 600 участников. На турнире 14 категорий – от начинающих до сильнейших игроков. Сильнейшая категория у нас будет выступать 14 апреля. Будем рады, если вы приедете посмотреть на зрелищную игру мастеров и приобщиться к этому виду спорта. Ждем всех в центре ракеточных видов «Спейс». В Химках соревнования по бадминтону собирают игроков на одном поле два раза в год. Это уже 27-й по счету. Сегодня подобные соревнования проводят по всей России. И с каждым разом состязания набирают все большую популярность. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.